Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре будет новый онлайн-шутер на Android в стиле CSGO. Ну что, давайте нажмем вот на эту вот золотую кнопочку, и сейчас мы с вами будем играть. Здесь у нас все на тайском языке, и я вообще не знаю, как я разобрался, как я вообще зашел, и как я вообще смог поиграть. Но я думаю, что в этом ролике мы тоже с вами поиграем и разберемся. Так, нажимаем сюда, мы с вами можем посмотреть на различные оружия, как я понял, это наша экипировка и тому подобное. Графика тоже, в принципе, радует глаз, и можно смело сказать CSGO на Android. И даже есть такие люди, которые говорят, это новые конкуренты таким вот играм, как Standoff 2, да, потом что еще, Critical Ops. Ну, давайте посмотрим. В настройки я когда захожу, чтобы, например, поставить другую графику, либо же найти английский язык, я просто-напросто не могу этого сделать, потому что, смотрите, здесь все на тайском языке, я не знаю, куда нажимать, чтобы активировать английский язык, я не говорю про русский. Ну, нажимаем сюда, мы также можем, получается, создать свою комнату. Блин, что, я опять один, что ли? Капец. Вот и заснял обзор. А игроков, оказывается, нету. Чё делать? Вот чё делать? Чё делать? Я не знаю. Сейчас будем как-нибудь пытаться выкручиваться. Всё-таки обзорчик должен получиться. И я, к сожалению, везде один играю в этот CSGO на Android. Вот сейчас все снимают там различные китайские CSGO на Android, на которые я не снимаю обзор. Объясняется это тем, что я просто-напросто... не захотел снимать. Я знаю, что он там самый крутой и тому подобное, но, блин, ребята, тысячи роликов об этом CSGO я не стал записывать, но записываю на этот тайский CSGO. И думаю, еще наверняка никто не записал над него, потому что я не смотрел. Так, давай, пожалуйста, давай, найди кого-нибудь, с кем можно поиграть. Я не знаю, я и с VPN-ом заходил, я и без VPN-а заходил, вообще... никак он не ищет. Здесь получается название. Подождем. Может быть, кто-нибудь и покажется. Так, ну где игроки? Где? Вот такая вот, ребята, здесь в данном CSGO проблемка. Мы не можем пока что поиграть, потому что просто тупо нету людей. Она настолько новая. И вообще, как я понял, она типа сделана только для тайских людей сперва, вот, а потом они планировали типа сделать релиз по всему миру. Ну, как видите, я уже скачал и пока что не играю. Но я играл, ребята, и могу вам сказать, это было реально очень круто. Мне понравилось все. Так, короче, бессмысленно вас здесь держать сейчас вот. Я думаю, остановлю запись, и когда... я уже буду играть, я уже продолжу записывать, потому что, ну что, я сейчас буду говорить и вам это все показывать, это пока не пойдет. Вы уже наверняка хотите увидеть геймплей. Поэтому как только геймплей будет, я видео это все соединю, и вы уже посмотрите. Так что, увидимся. Так, ребята, наконец-то я зашел, сейчас покажу вам геймплей этого вот тайского CSGO. Все нормально вроде работает, а нет, немножечко она... зависает, а точнее проблема со серверами. Ну хотя бы так, я вам сейчас немножечко покажу. Вот так выглядит стрельба. Есть кнопочка осмотра оружия. Графика, как я понял, стоит стандартная, автоматическая. Но в настройках где-то должна быть кнопочка, чтобы поставить графику высокую. Но как видите, я не смог разобраться, потому что все у нас на тайском языке. По поводу джойстика, он какой-то вообще непонятный. Он, вот посмотрите сейчас на него, он немножко зависает. Но когда вот ты ходишь и нормально им делаешь, все нормально. Так, вот так выглядит смена оружия. Тут у нас свет вообще хорошо лежит, можно вам все показать. Вот, смотрите, это вообще прикольно. Наверняка, я уверен, на 99,9%, что вы не знали о таком вот клоне CSGO на Android. Global Offensive Mobile. Тайские разработчики. Но благодаря наверняка моему ролику вы узнали. Поэтому, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайки и напишите крутой комментарий, чтобы я вам лайк поставил. Так, ну чё, понятно, две кнопочки стрельбы, карта. Но я видел надпись, что он кого-то убил, и сейчас мы должны с вами респауниваться. Здесь магазин полностью, как в CSGO, сейчас я вам его покажу. А, нет, не покажу, меня вообще перекинуло, непонятно куда. Все, да, вот, смотрите, он убил. Так, дальше что?
Теперь давай, 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 заново респаун делай. Все-все, вот магазин, ребята, смотрите, полностью как в CSGO сделано. Все, мы даже с вами что-то взяли. Ой, ё-моё, куда я выкинул? Подними. Капец, она, ребята, лагает. Но это не связано с мобильным устройством, это все связано с телефоном. Ой, сам себя. С этим, ребята, связано, со сервером. Как видите, все это нормально идет, но потом бац и останавливается. Вот, он вообще не держит. Ё-моё, жестко прям, вообще не знаю, как прокомментировать это все. Только что же держал ТВП, подними, давай покажем ребятам нормальную игрушку. Ну что ж ты-то, а? Во, вот, АВП держит, ура! Он теперь не АВП держит. Это жестко. Я думаю, что буду снимать, если что, новые, ребята, версии по этой игре. Думаю, всем будет интересно, все будут только рады. Ух ты, противник, противник, ребята, смотрите, противник, давай, давай, стреляй. Сервер ужасно лагает, смотрите. Ух ты, Нана, еще хедшотом прописал. Базара, нет, вообще не ожидал, что такое может быть здесь. Так, возьмем эмку. Эмочка, эмочка, берися. Также, я думаю, нормальный геймплей потом запишу, как только все нормально наладится с этой игрой. И новые обновления буду снимать, и нормальный геймплей, ребята, для вас сниму. Поэтому это просто тест, это просто уведомление, что есть такая вот игрушка в стиле CSGO на Android. Тайские разработчики, поэтому сильно, ребята, не судите строго. Пока что в ближайшее время постараюсь записать нормальное. Так, давайте эмочку возьмем, просто хочу посмотреть. Так, нет, нет. Ну, в общем, не будем мучить игрушку. И так все понятно. Глянули, я вам рассказал, что есть такой вот клон. Так что можете пока что нигде не искать. И если что, я в ближайшее время запишу нормально все. И геймплей, и все-все-все вам объясню. И попробую сам разобраться с кнопочками, как вообще, что, где, как. Может быть, графику вообще высокую поставлю. Вот, смотрите, мы с вами идем, никаких зависаний нету, стрельба, ничего нету. Вот потом бац, и он проседает, то оружие непонятно где держит, его вообще нету, просто руки держит и все. Поэтому это все сервер. Поэтому увидимся, на этом все, и всем спасибо за просмотр, до скорых встреч и пока. Не уходите, смотрите, я эмочку взял. Ну-ка, постреляем. Вот так выглядит. Видали? Не уходите. Вот, вот, смена оружия быстро происходит. Нажимаю на ножик, нажимаю на пистолет, нажимаю на эмочку. Вот кнопочка осмотра оружия. Вот мы вот так вот осматриваем оружие. Вот так вот выглядит стрельба. Это реально очень круто. Вообще ништяк. Жду, жду. Во, во, все нормально работает. Сейчас наверняка многие отключились. Я, наверное, может, один сам с собой разговариваю. Ну и ладно, зато вот нормально все, четко заработало. Так, что у нас? Ух ты, блин, переключает как, а? Игроков нету, никого нету, все зависает, что такое? Так, о, вроде все нормально стало. Неужели там что-то с сервером произошло? Конечно, блин, что еще такое сказать, чтобы вы... Не знаю. Так, ну что, так, возьмем ФАМАС, например. А нет, уже не возьмем. Так, а нет, все нормально. Все, эмочка, стартанули. Все, во-во, давай-давай, не зависай до конца. Сможешь дойти без зависаний? Не пропадай, не пропадай. Стреляй. Вух, стреляется. Осмотр оружия. Выглядит так вот. Во, все, ребят, сейчас стало нормально. И мы даже с вами вначале, помните, убили одного противника. Пойдем сейчас туда. Блин, что, отвисло, что ли? Нифига себе. Сервер вроде, ребята... Стал нормально, ага, блин. Ух ты, вот противник, вот противник, вот противник. Ой-ой-ой, нифига себе у него отдача. Я вообще не понимаю, куда пули летят. Так, подбегаем. Так, тук-тук-тук-тук-тук. Все, осмотр оружия, превьюшечка, ребята. Ну все, пока.